Почему Coral Club, спросишь ты? Во-первых, основатель компании Ситивик, а ни один другой человек не построит так хорошо свою компанию, как человек, который прошел весь этот путь сетевика, который понимает, какие трудности на пути возникают. И именно такой человек построил для всех людей эту замечательную компанию. Во-вторых, уже 25 лет на мировом рынке. Может, кто-то будет возражать, что так долго и тому подобное, но могу привести пример. Если у тебя есть миллион долларов и рядом строит новый банк, которому год, а напротив стоит банк, которому 20 лет, в какой банк положишь свои деньги? По-моему, ответ очевиден. Во-третьих, концептуальный подход. Сейчас очень много сетевых компаний, кто продвигает БАДы, но только Coral Club продвигает концепцию здоровья, а не баночки. И это концептуальный подход, готовое решение для любого человека. Дальше, сбалансированный человеческий маркетинг-план. Тут я не буду углубляться в детали, но маркетинг-план построен так, что выгодно любому человеку, независимо он клиент или дистрибьютор, или на каком этапе он находится, выгодно всем. Это win-win. И идея на миллиард. Напоить планету водой. Это 5 основных причин, почему Coral Club.